Всем привет, мои солнышки! Давно я вам не снимала видео про своих любимых животных. И вот сегодня выдалась свободная минутка, я решила вам заснять видео. Про Лолюшку, про моего любимого тяпку, кто сюда пришел? Шанеточка, Санечка, Саня, Сянь, ну что ты мне дашь видео-то заснять, господи! Вот все животные в сборе. Ой, ну ты моя девочка, да здесь я, здесь. Ну, моя хорошая, они скучают, когда я работаю. Тяпочка уже подрос, смотрите. У него аквариум, полностью ему принадлежит. Осталась уже одна улитка, ампулярия. У меня их было так много, теперь осталась одна. Вот, и одна рыбка у меня осталась, Лоли. Я не снимала вам видео про петушков, потому что, ну, печалька. Два самца у меня умерло. Первый умер у меня Феникс, второй Золотушка. Причем как-то так быстро умер, непонятно даже от чего. Просто умер и все. Вот, и осталась у меня вот моя любимая Лоли, но она уже, я смотрю, начала стареть. Лолечко, Лоль. Лоли, Лоля. Она с Золотушкой всегда была такая шустрая, а сейчас часто лежит на дне, кушает, всплывает за воздухом. Черепашек мой, он подрос, кормлю его натуралкой, то есть это обязательно куриное филе, говядинку есть, свининку. Сейчас дала немножечко индейки, филе бедра индейки, но без жира именно. И покрошила сверху раздробленные яички, то есть скорлупу яйца. И вот он, видите, ходит, подбирает, потому что это ему нужно для панциря. Не скажу, что он сильно привык, хотя ему уже с нами 3 месяца. Когда я его вытаскиваю, он злится. Ну, не любит, когда его вытаскивают. Хотя я знаю, что он меня любит, когда он меня видит, он начинает и кушать, проситься. Ну вот он такой своенравный очень, черепашка. Лолечка, моя девочка, она перестала быть агрессивной. Всю жизнь боролась за свою территорию, отвоевала свой домик, видите. Вот в этом вот бокале домик мы ей поставили, но она у меня сейчас мало плавает. Часто лежит на дне, ну, кушает также мяско, все всплывает. Когда сильно кушать хочет, она всплывает. Но я не советую вам, мои хорошие, заводить петушков. Они очень умные рыбы, очень безумно красивые, очень преданные. Но срок жизни их в основном до 3 лет. Это первое. Когда они умирают, очень грустно становится. После них не хочется никого заводить. Они так привыкают, они и к хозяину привыкают, и к рукам твоим привыкают, ластятся, очень ласковые рыбы. Но они агрессивные, территориально агрессивные, готовы друг друга разорвать, если честно. Мне даже кажется, что у меня один самец умер из-за того, что я его пересадила отдельно. Золотушка всегда жил напротив Лоли и всегда ей показывал свой хвост, показывал, что он дееспособный самец, что он готов гнездо свое дело, да, вот этот вот для, как сказать, для потомства, но она. Она как-то не реагировала на него. Вот после его смерти прошел месяц, и она вот утухла. Потому что все-таки у нее было внимание, он постоянно уделял ей это внимание, а сейчас все. Ну, вот животное, смотрите, видите, обратно пришла. Она понимает, что я здесь рядышком. И вот пришла посмотреть, как я снимаю это видео. Мы хорошие, вы не представляете, какие животные умные. Они все понимают. Черепашки, рыбы. Улитки даже ампулярия. Одна за другой стали умирать. Можете себе представить, они любили кучковаться, сидеть вместе. И вот у меня осталась одна. Ну, что могу сказать? Для красоты можно, конечно, завести себе петушков, рыбок. Но продолжительность их жизни небольшая.
а привыкаешь к ним очень сильно и любишь их по-настоящему, и они тебя любят. Да, моя девочка, Лолечка? Лоля, Лоли, уйди ж, моя красотка. Да ты ж моя красоточка. Ой, Лоля, о, смотри, дети играют. Уйди ж, моя сладенькая. Моя девочка. О, видите? Ну вот как-то так, мои лапочки. Вот. Черепашка, да, он растет. Ну, пока еще не привык к рукам. Пока еще тяпка, да, зловредничает. Как только я его беру, начинает кусаться и тряпки кусать. Такой вот злодейка. Но мама знает. Я его кормлю вкусно. Яичко даю ему отварное. И иногда бывают креветочки и рыбку. Так что вот такое вот видео вам решила записать про своих любимых животных. Про тех, кто остался. Из рыбок у меня одна Лоли. Одна улиточка ампулярия. Вот, остались. Поэтому рыбок, моя хорошая, больше заводить не буду. Как бы их не любила, но как-то так. Хочу воспитать тяпку, чтобы он стал таким спокойным, одомашенным и перестал у меня вредничать и злиться, когда я его вытаскиваю с его родного аквариума. Он это не любит. Очень умный черепах, я вам скажу. Очень умный. О, видите, какой он. Хозяин-барин. Прям хозяин-барин. О, какой злодейка мой. Злодейка еще тот. О, видите. Так что вот такие дела. Всех люблю, целую. И до новой встречи на моем канале.